Hello. Тема сегодняшнего занятия – набальные глаголы, то есть это verb июня 27. Could do и could have done. В чем разница? Could имеется в виду, we use the could in our face, sometimes could is the past of can. То есть мы используем could при некоторых вариантах, иногда could – это прошлое от can. Listen, I can hear something now. То есть, слушайте, сейчас я могу что-то услышать, я сейчас могу что-то слышать. I listened, I could hear something past. То есть, я слушала, я могла слышать, это за прошлое. But could is not only used this way. We also use could to talk about possible actions now or in the future, especially to make suggestions, for example. What shall we do this evening? We could go to the cinema. Но could используется не только в этом варианте, он еще используется для возможных действий сейчас или в будущем. Особенно, чтобы сделать предложение. То есть, что мы будем делать сегодня? Мягкий ответ. Мы могли бы, в принципе, пойти в театр. То есть, здесь нажима нету, а если сказать you must do, то это диктаторский. Лучше задать вопрос через could. When you go to Paris next month, you could stay with Julia. Yes, I suppose I could. Когда ты едешь в Париж в следующем месяце, ты мог остаться с Джулией? Да, думаю, пожалуй, я бы смогла. Can is also possible in this sentence. We can go to the cinema with could. The suggestion is less sure. То есть, когда мы говорим we can go to the cinema, это более уверенно, 50%. Имеется в виду больше нажим, а could, оно слабенько. Самое не солидное это might. То есть, когда мы говорим we might go to the cinema, то понятно, что мы не пойдем. Пункт B. We also use could, not can for action which are not realistic, for example. То есть, прямым текстом could используется для того, что нереально. I'm so tired, I could sleep for a week. Я такая уставшая, что могу спать неделю. Понятно, что это образно говоря, но если судить по логике дословно, то понятно, неделю мы не выспимся. Не будем спать. Compare can and could. Сравните can и could. I can stay with Julia when I go to Paris. Realistic. То есть, когда я поеду с... Я могу остаться с Джулией, когда поеду в Париж. Да, это реально. Maybe I could stay with Julia when I go to Paris, possible, but less sure. Ну, может быть, в принципе, я-то и могу остаться с Джулией, когда я поеду в Париж. То есть, possible, but less sure. То есть, в принципе, возможно, но я не уверена. А третье вообще интересно. This is a wonderful place, I could stay here forever, unrealistic. То есть, это хорошее место, я могла бы здесь остаться навсегда. Человек сам знает, что это нереально. We also use could, not can, to say that something is possible now or in the future. The meaning is similar to might or may. Мы используем could, чтобы показать, что что-то возможно сейчас или в будущем. Значение похоже к модальным глаголам might и may. The story could be true, but I don't think it is. То есть, вроде история могла бы быть правдивой, но я так не считаю. То есть, через could выражается, что... История не очень достоверная. I don't know what time Liz is coming, she could get here at any time. Я не знаю, когда она будет, поэтому точно не уверена, когда она будет, и это выражается через could, что она может прийти в любое время. We use could have done to talk about the past, to compare. То есть мы говорим could have за возможности в прошлом. I'm so tired, I could sleep for a week. Это сейчас. Я такая уставшая, могу спать неделю. Но I was so tired, I could have slept for a week. Past. Past – это прошлое. То есть я была такая уставшая, видите, was ориентир, прошлое, что в прошлое могла. The situation is bad, but it could be worse. Ситуация плохая, но она может стать хуже. Причем не ясно насколько, поэтому выражается через could. Но если говорить за прошлое, the situation was bad, but it could have been worse past. То есть ситуация была плохая, но она могла бы быть еще хуже. Это за прошлое. Something could have happened, it was possible, but did not happen. То есть что-либо могло случиться, было возможно, но не случилось.
Why did you stay at hotel when you were in Paris? You could have stayed with Julia. То есть, зачем ты остановился в отеле, когда был в Париже? Ты мог остановиться у Джулии. Ну, в скобках написано, конечно, ты не остался, то есть это разбор полетов за прошлое. Следующее. I didn't know that you wanted to go to the concert. I could have bought you a ticket. Я не знала, что ты хотела пойти в театр. Я бы могла бы тебе достать билет, то есть показывается сочувствие. Ну, знается, что я не достала билет, и в принципе это не знала. Вообще это не типичные обороты. Обычно говорится прямым текстом, что сделала и какие результаты. А то обсуждать я не сделала. Знаете, это как лузер, это как неудачник. Не обсуждайте в таких грамматических формах. Dave was lucky, he could have hurt himself when he fell, but he's okay. Dave счастливый, он мог бы себя поранить, когда он падал, но он себя не поранил. We use could on to say that something would not be possible now. То есть could not мы используем, что что-либо не могло бы быть возможным сейчас. I couldn't live in a big city, I'd hate it. То есть я не могла бы жить в большом городе, я бы его возненавидела. Everything is fine right now, things couldn't be better. Все хорошо сейчас, вещи не могли бы быть лучше. For the past, we couldn't have done. То есть в прошлом что-либо не могло быть. То есть we had a really good holiday, it couldn't have been better. У нас был очень хороший праздник, мы не могли его провести лучше. The trip was cancelled last week. Paul couldn't have gone anywhere because he was ill. Поездка была отменена прошлой неделе. Пол не смог бы пойти при любом варианте, поскольку он был больной. Я репетитор по Skype Smart Teacher 197. И хочу сказать, что английский учить язык надо учить с профессионалами. То есть школьный учитель, он ничего не знает. Я знаю, потому что я живу в Канаде. Плюс английский мне родной. Для сравнения, школьная учительница – это посредственность. Я яркая или индивидуальная личность, которая поможет вам выучить язык. Заниматься можно 1-2 в неделю. Что важно – выполнять домашние задания. Потому что мы, взрослые люди, понимаем, Дед Мороза нету и сказок нету. Так же самое с домашними заданиями. Хотите прогресс – надо делать. Чтобы получить домашние задания, нужно добавиться в Skype Smart Teacher 197, получить бесплатный демо-урок, потом произвести реальный урок, то есть имеется в виду физически за день 300 рублей занятия, причем вы платите после урока. Условия хорошие, всего наилучшего и goodbye.